Новогодняя елка в начале осени появилась на проспекте 30-летия Победы. Необычные игрушки на ней – это украшения 40-х годов прошлого века. Интерьер советской квартиры Победного 1945-го постарались воссоздать зареченские школьники. Нашли старые вот ковры, нашли старые машинки, старый утюг. Конечно, может быть, не все из одного времени, но вот. Нет, старались... примерно с одного времени, примерно. Да. Ну, мы старались подобрать, да. Скажите, какой принцип действия утюга? Как вы думаете, как он работал? Я знаю. Подкладывали угольки туда внутрь и гладили. Это только одна из площадок, разместившихся в День города на одной из главных улиц Заречного. История, военное краеведение, вокал, изобразительное искусство, хореография – здесь можно было найти все. Гостеприимные зареченцы не только принимали поздравления, но и сами дарили подарки. Да что ж ты свой шарик мне отдала? Зона отдыха «Солнечная» стала площадкой фестиваля садов и цветов «Заречный в цвету». В этом году День города проходил под девизом «Разный Заречный». И здесь можно было открыть для себя новые грани нашего удивительного города. Например, познакомиться с различными стилями и направлениями танца. Выставки, мастер-классы от флористов, цветочные фотозоны – всего и не перечислишь. Воспитанники дошкольных учреждений к празднику подготовили мини-сады, посвященные юбилею атомной отрасли. Выставка цветов очень красивая, мне понравилась. Ну, что еще сказать? Ну, красиво все. Молодцы, всем спасибо за организацию. Для любителей садов и цветов не только на фестивале, но и на собственном дачном участке работала ярмарка саженцев. Мы каждый год покупаем что-нибудь на дачу. Каждый год радует нас. Очень хороший праздник. Чтобы он всегда продолжался. Каждый год будем ждать его. С нетерпением ждали фестиваль садов и цветов мастера со всей Пензенской области. Они уже привыкли каждый год приезжать в Заречный на ярмарку декоративно-прикладного творчества. Очень рада, что в этом году состоялся праздник, а то у нас ведь переносили из-за эпидемии все это дело. А мы очень довольны, что нас пригласили. Большое спасибо. Фестиваль садов и цветов был посвящен красоте и творчеству во всех их проявлениях. Живую музыку гостям праздника дарили зареченские коллективы. Музыку можно не только слушать, но и изучать. Несколько шагов в сторону от сцены, и ты уже участник интеллектуальной игры. И с удивлением узнаешь, что наш маленький город связан со многими известными исполнителями и масштабными музыкальными событиями. Например, «Буранские бабушки» и «Евровидение». Наш зареченец написал музыку, песни, с которой они выступали на «Евровидении». Хоть и отдаленно, но мы как бы имеем к этому отношение. К «Примадонне» тоже зареченец написал, Владимир Молчанов написал песню «Синее небо», с которой она открывала новую волну в 2007 году. От истории музыки можно плавно перейти к просто истории и в буквальном смысле прикоснуться к вещам, которые одним кажутся безнадежно устаревшими, а у других вызывают ностальгические воспоминания. На площадке музейно-выставочного центра можно совершить самое настоящее путешествие во времени и отправиться прямиком в 90-е годы прошлого века, когда дети играли вот такими пружинками, коллекционировали вкладыши от жвачек «Лавыз», а главным украшением каждой квартиры был, конечно же, телевизор с видеомагнитофоном. И это лишь малая часть обширной программы фестиваля садов и цветов «Заречный в цвету». Красивого и доброго праздника, за 7 лет своего существования, ставшего еще одной традицией и визитной карточкой города, в котором хочется жить. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».